Несмотря на солнечную и относительно сухую погоду, в республике растет количество больных ОРВИ. И хотя случаи гриппа не зарегистрированы, специалисты не исключают его прихода. Избежать заболевания поможет вакцинация. В Чувашии прививочная кампания от гриппа началась еще летом. К настоящему времени привиты почти 20% жителей республики. В эпидсезоне 2018-2019 применяются вакцины, содержащие актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины в больницах республики достаточно. Прививаться необходимо и детям, и взрослым, и беременным женщинам. Осложнения после прививки могут быть, но их бояться не стоит, отмечают врачи. Осложнения после прививки, они может быть местный инфильтрат, то есть это покраснение места инъекции, он может держаться 48 часов. Также может быть температурная реакция небольшая, до 38 градусов температура. Ну вот эти вот явления, как насморк, например, там боли в горле, это уже не проявление прививки, это уже заболевание, которое вот наложилось на прививку. Анастасия Киликаева, студентка университета, прививается ежегодно с 18 лет. Польза есть, утверждает она. После прививки я абсолютно не болею. Я даже стараюсь своих знакомых, родственников агитировать на то, чтобы они своевременно делали прививку от гриппа. Если все же ребенок заболел, не нужно заниматься самолечением или искать советы в интернете, говорят врачи. Необходимо обратиться к специалистам. Если ребенок заболел, то самое главное, ребенка необходимо изолировать, поместить в отдельное помещение, проводить ежедневно влажную уборку утром и вечером, проветривать, вызвать врача, потому что нельзя с больным ребенком ходить по улицам, в поликлинике. Если температура превышает 38 градусов, то необходимо вызвать скорую помощь. В случае необходимости такие дети госпитализируются в инфекционный стационар городской детской больницы номер 2 по улице Гладкова, дом 15. Вакцинация поможет избежать и осложнений после болезни, а усилит оздоровительный эффект соблюдения простых правил. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, принимать витамины, чаще мыть руки с мылом, носить в общественных местах маски и есть фрукты. Ольга Алексеева, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.